Собой. Добрый день. Мы сегодня обсуждаем продолжение недельной главы, недельный раздел Вера про египетские казни. И я сегодня хотела обсудить вопрос свободы выбора. Это вопрос вообще очень-очень сложный. Мы не можем его, конечно, во всех тонкостях разобрать и понять, в чем отличаются различные подходы разных философов. Тем не менее, в нашем недельном разделе перед нами стоит серьезная проблема. Потому что еще заранее, когда Бог говорит с Моше, он ему говорит, а я ожесточу сердце фараона. Я укреплю сердце фараона так, чтобы он вас не отпускал. То есть это как бы впрямую противоречит идее свободного выбора. Мы знаем, что Всевышний предоставил человеку свободу выбора, это основа всего, это основа существования мира, основа швы, основа возможности исправления мира. Всевышний в шестой день творения ушел со сцены, скрылся за занавесом. Началась божественная суббота. Когда началась суббота, сейчас вот у нас движется мир вперед, а Бог скрыт в своей субботе. Он не работает в мире. Зачем? Зачем он себя скрыл? И его действия можно только как бы отследить или понять каким-то внешним признаком, но явного присутствия Всевышнего в мире почти не существует. Зачем он все это сделал? Чтобы дать человеку свободу выбора. Иначе, если бы наказание сразу следовало за преступлением. Никакой свободы выбора не было. Это все равно, как совать пальцы в розетку, ты сунул, и сразу получаешь наказание. А так ты сунул руку в чужой карман. И тебя током не бьет. Тебе Бог предоставляет свободу выбора. И это основа основ. И как же так? В таком центральном моменте истории. Выход евреев из Египта. Неожиданно он говорит, а я вот там буду играть сам собой в поддавки. Я решу, что я буду управлять этим фараоном как куклой. Он фактически теряет свою свободу выбора. Чему это нас учит? Это создает большую проблему. И, естественно, очень многие комментарии, очень многие философы задавались этим же вопросом. Как же так? Как так может быть? Я тут приведу несколько комментариев, мы немножко обсудим, а потом я хочу рассказать интересную идею, которую очень много лет назад я прочла у Рава Майдана, которая в каком-то смысле дает новый угол зрения на эту проблему, на мой взгляд. И давайте я сейчас посмотрим несколько комментариев, которые мы видим у классических комментаторов. Например, начнем с Рамбана. Опа. Вот. Он пишет. Давайте прочтем. Во-первых, за великое зло, совершенное сынам Израиля без всякой причины, фараон заслужил, чтобы его лишили возможности совершить суд. То есть первая идея Рамбана такая. В принципе, конечно, для всех есть возможность раскаяться, никому не насильно не укрепляют сердце. Каждый человек имеет свободу выбора. Но когда уж ты так плохо поступил за свои большие грехи, тебя наказывают. Вот такое наказание, что лишают возможности совершить тшуву. На самом деле страшное дело, если подумать. Человек, получается, что за какой-то границей преступления человек уже не может совершить шоу, потому что Бог его лишает такой возможности. Ладно. И во-вторых, во время, когда происходили первые кары, он сам уже ужесточил свое сердце. Он сам пошел по этому пути. Он не хотел отослать сына в Израиль, оказав честь Всевышнему. Однако, когда кары оказались слишком сильные, и он изнемог, пытаясь выдержать их, и сердце его смягчилось, и он был уже готов отослать сынов Израиля. Не только, но только за тяжести кармы, для того, чтобы исполнить волю Творца. Это, так сказать, известный такой пример, приводят современные комментаторы, как человек в машине хочет забраться на гору, но мотора у него не хватает, как бы Всевышний добавил его мотору силы, чтобы он смог сделать то, что ему задумано. Он вовсе не, у него не было в мыслях совершать шуву, если бы он и согласился только от ужаса, от страха и так далее, ну,
Бог ему дал возможность не бояться, всего лишь. А так вообще-то на его решение он никак не повлиял. Это подход Рамбана. Прочтем еще Раби Йосеф Альма. Похоже, но не совсем то же самое. И таким образом следует понимать, что в Писании можно найти, что Всевышний, благословенное имя его, удерживает сердце нечестивцев и закрывает им путь к Тшуве. Это странно. А именно, когда нечестивца постигает кара, он притворяется благочестивым и возвращается к Всевышнему, боясь наказания, определенного для него. Как признал фараон, согрешил я на этот раз, Господь прав. Однако, поскольку он поступает так не в результате своего свободного выбора, а как бы по принуждению, Всевышний удерживает его сердце и внушает мысль, что постигшая его кара только случайность, а не наказание свыше. На самом деле, как я понимаю, человеку хочется думать, что это случайность, что это не кара. Он позволяет ему только так думать. В результате сердце нечестивца исчезает робость. Почти то же самое. Он перестает бояться. Появившийся под впечатлением кары, натура его появляется совершенно откровенно. Выбор образа действия совершенно свободный. От всякого воздействия из него. Вот тогда-то проверяется, была ли его шва совершена в результате свободного выбора. Так или иначе, в обоих этих комментариях мы видим, что происходит, тем не менее, некоторые странные вещи, вмешательство во внутренний мир человека. Как будто вот впрыснули ему какой-то наркотик или там расслабляющее самое лекарство, так, чтобы он мог не бояться, так, чтобы мог свободно решать вопросы, проявить свою натуру, допустим. Все равно это очень странно. Потому что мне вот кажется, что такие мистические вмешательства в решение человека, в его как бы личность, оно проблематично. Вообще говоря, действительно, вопрос свободы выбора – это очень сложный вопрос, еще и потому, что мы не понимаем, где он на самом деле реализуется. Ведь в человеке очень много зависит от его характера, от его генов, от его воспитания, от среды, в которой он вырос, кто на него повлиял в детстве, в какой школе учился. Миллион вариантов. И так складывается его система ценностей. Система ценностей, которая, в общем-то, где проявляется его личность? В каких-то конкретных вещах. А если его всегда учили, да, что надо так себя вести, да, как у Шварца сказано. Я не виноват, там говорит в пьесе «Дракон». Да? Я не виноват, меня так учили. Но тем не менее, Ланциот может на это отвечать. Чего ты оказался лучшим учеником? Из тебя, конечно, учили. Тем не менее, ты имел возможность думать своей головой. Есть тут какой-то зазор между тем, чему человека учили, между тем, какой у него характер, может быть, злобный, может быть, завистливый, может быть, садистский, и тем, как что человек может в себе развить чувство справедливости, чувство понимания добра и зла. И это не отнимется ни у кого, ни у фараона, ни у самого последнего злодея. То есть на самом деле все люди в состоянии сделать какой-то выбор. Какой конкретно, в каком масштабе? Может быть, это зависит от человека, от его места. Как если человек воспитывался в воровской среде, вот он такой большой праведник, он покрывает, он только может на стрёме стоять. Уже большой прогресс. Это я из Гелеровского такой там случай описываю. Про одного человека. Посмотрим еще Рамбама. Но возможно, что человек совершает настолько страшный грех или такое множество грехов, что судья, судящий истинно, решит, что взыскание с этого грешника за его грехи, совершенные им по его воле и совершенно сознательно, должно состоять в том, чтобы лишить его спасения в Тшуве и не дать ему никакой возможности раскаяться в совершенном зле. Похоже на то, что мы уже слышали, да? Об этом сказал Всевышний пророк Ишиягу. Ну, посмотрим, что говорит пророк Ишиягу Бог. Ожирело сердце этого народа, уши его заложило, голова его заплыли. Тут надо обратить внимание, да? Что произошло? Это не Бог его сделал жирным и заткнул ему уши. Это то, до чего он дошел сам, когда он шел неправильным путем. Еще он говорит в Евреями, но глумились они над посланниками Бога, гнушались словами его и насмехались над пророками его, пока не поднялась ярость Господа на народ его до такой степени, что уже не было исцеления.
То есть путь, по которому народ шел, привел его к тому, что он уже не в состоянии сам раскаяться. То есть это не то, что Всевышний вмешивается в душу человека, впрыскивает какое-то лекарство от страха, а сам человек доводит себя до такого состояния. Как моя мама, благословенна память ее, говорила мне, когда я была маленькая, человек сам себя всегда наказывает. И это мне очень застряло на всю жизнь. То есть по своей воле совершали грехи столь многочисленные, столь тяжелые, что оказалось необходимым лишить их возможности тшувы, которая то и есть исцеление. То есть из-за этих грехов они дошли до такого состояния. Поэтому написано в Торе: «Я укреплю сердце фараона, поскольку он грешил с самого начала и причинял зло сынам Израиля, жившим в его стране. Он был осужден за то, чтобы быть лишенным тшувы, пока не распротился полностью». И, в общем-то, я считаю, что в основном надо Рамбам понимать так, что человек сам виноват, что он дошел до такого положения, когда он не может сделать тшуву. И это согласуется со словами Талмуда, в котором говорит Рейш Лакиш, что значит написано в Мишле: если за насмешниками будут насмешники, а смиренным подарят приязнь. Хочет оскверниться человек — открывают ему дорогу, не Миша. Хочет очиститься — помогают ему. То есть на самом деле, наоборот, когда человек хочет сделать чуву, тогда Бог открывает ему что. Когда он хочет идти по плохой дороге, ему никто не мешает, ты можешь зайти как угодно далеко. В чем-то, когда ты хочешь раскаяться, Бог тебе помогает. Опять же, он не влезает тебе в душу, он не заставляет тебя по-другому посмотреть на мир. Но он так устраивает реальность, так подстраивает случайность, что она как бы идет тебе навстречу. В этой связи я вот хотела привести еще вот мнение раба Майдана, который тоже целиком поддерживает мою мысль. Мне нравится его мысль, скажем так, поскольку мне тоже так кажется, что Всевышний не вмешивается в душу человека. А что же приводит? А что же все-таки Писание имеет в виду, когда оно говорит, что я ожесточу сердце фараона? Я не буду сейчас подробно разбирать, мне просто жалко времени. Было бы интересно посмотреть всю динамику казни. Ну, приблизительно это идет так. Вначале фараон просто не хочет их отпускать. И значит, и все. Потом, когда казнь становится немножко более тяжелой, он говорит: ну ладно, я вас еще только прекратите казнь. Потом он уже сам, фараон, это не с каждой казни он так просит. Есть казни, когда он просит прекратить казнь, есть казни, когда он не просит. И можно разобрать, почему в каждом отдельном случае так происходит, что даже просить как бы не о чем. Вот, например, когда весь скот умер, да, ну о чем еще просить? Все уже умерли, да. Или там в соответствии с этим другие казни тоже. Но то, что важно заметить, что в каждом случае просит фараон или не просит фараон, или мы про это не слышим. Каждый раз казнь прекращается. Когда он говорит: я вас не отпущу, приходит казнь и кончается. Когда там появляются лягушки, действительно, он просит прекратить эту казнь. Возможно, всюду лягушки, 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 я вас отпущу. Муша просит убрать лягушек, но завтра его не отпускают. Это как бы вполне стандартная ситуация, которая повторяется. Он говорит: ну хорошо, я вас отпущу, только прекратите казнь. Муша прекращает казнь. И на завтра фараон говорит: нет, собственно, я вас не отпускаю. То есть есть некоторый такой у нас схема, по которой Моше и Аарон, и даже, можно сказать, Всевышний ведет себя как фраер. Как дурак. Проще простого, с самого начала, можно сказать, никаких компромиссов, никаких молитв Всевышнему. Пока вы нас не упускаете, лягушки будут тут. Правильно? Или там пока вы нас не упускаете, будет тут орел и так далее. Будет тут, не знаю, звери, насекомые, в общем, всякая дрянь. И в какой-то момент Египет не выдержит и скажет: уберите их от нас. Так же, как они в последней казни первенцев
сказали, мы все умираем, невозможно, потому что действительно все начали умирать. И люди испугались, что умрут все вообще. И это надо было прекратить. И уже тут фараон сдался и всех отпустил. Но еще раз подчеркну, получается что? Что эти внешние обстоятельства, которые, в общем-то, организованы Всевышним, он действительно каждый раз прекращает казнь. Или прекращает сам казнь, или он по просьбе фараона прекращает казнь. Он создает некоторые ощущения у фараона, что все это ерунда. А, с этим Моше, с этим Аароном, с этим Богом, а, легко его объехать на козе. Они слабаки, они все равно будут только пугать. В конечном итоге любая казнь, мы ее можем пережить, и мы прорвемся. Можно им обещать, завтра не выполняем, все нормально. То есть вот это его ощущение, что они слабаки, и с ними можно сделать все, что угодно. То есть желание Всевышнего не продолжать казнь, не добавлять зла в Египте, оно расценивается как слабость. И это, с этим мы встречаемся очень часто в жизни. Когда какой-то человек делает себе зло, а ты ему не платишь злом за зло, а ты готов прощать. Ты прощаешь один раз, другой раз, десятый. Он считает тебя идиотом, он считает тебя слабаком, он считает тебя неспособным нанести ему зло. И это на самом деле, этим выявляется злодейство фараона. То же самое можно сказать и в наших отношениях с палестинцами. Да? Они считают очень часто нас, то, что мы так себя ведем по отношению к ним по-человечески. Они считают нашу слабость. Если бы у них в руках была наша сила, они бы все задавили друг друга. А евреи ведут себя по-человечески. Это как бы они пользуются нашей слабостью. Это выявляет злодейство на самом деле. И это то, что Тора называет «И ожесточил Бог сердце фараона». То есть то, что внешние обстоятельства, которые, в общем, регулировал Всевышний, он наслал эти казни, и он же их убирал. Он дал ему возможность проявить свое злодейство в полной мере. И за это он получил в конечном итоге свое наказание. Есть вопросы? Окей, господа и дамы, вопросы к Нехаме. Да, вот у меня вопрос к Нехаме. А вот какой вывод все-таки из того, что вы вот сейчас привели последнюю, так сказать, цитату или вот эти вот рассуждения, то есть что на самом деле не было никакого лишения фараона свободной воли, получается. То есть она у него таки была. Не было. То есть, была, и больше того не было. Даже те комментаторы, которые говорят, что на самом деле не было лишения свободы воли, но было какое-то вмешательство в личность, да, как будто дали возможность держаться. Бог повлиял как-то на него изнутри, да, вот, во всяком случае, по мнению. И, мне кажется, Рамбам немножко в сторону раба Медана, да, уходит, что он говорит, что человек сам себя доводит до такого состояния, да, что он делает зло, уже не может с этой дороги уйти, да. То есть он тоже не считает, что Бог как-то повлиял на личность человека. Но тут мы видим, как внешние обстоятельства складываются так, чтобы действительно проявилось вот это вот укрепление сердца, чтобы фараон действительно мог выдержать все, что ему положено выдержать. Он спокойно выдержал, потому что он решил, что они фраеры, да? И это часто в жизни тоже так бывает. Но на самом деле все равно это обычно заводит злодеев в тупик. Да. То есть никто его не лишал свободы воли, он сам это все выбрал. Ну, Всевышний, может быть, ему немножко помог, так сказать, до конца там додержаться до конца, чтобы раньше времени, так сказать, он там не испугался, не проявил слабость. То, что он не был внутренней жизнью. Анна.
Я просто хотел сказать, что он не вмешивался в него внутреннюю жизнь. Он и не давал ему, так сказать, никаких советов и не менял его как бы гормональное устройство, так что ему перестало быть страшно или что-то еще другое. Нет, просто обстоятельства так ему складывались, что он решил, что с этим явлением можно их надувать и обманывать, и они будут так постоянно, и так будет постоянно, да. Ну, ведь дальше говорится, что, ну, как вот евреи ушли, фараон бросился за ними в погоню и утонул, но ведь есть мидраши, что он все-таки выжил, выбрался на сушу и даже где-то там обосновался, и даже вроде бы царь вот Ниневии, который потом, куда приходит пророк Йона, это вот тот самый фараон. Ну, это такие легенды, да, как я понимаю. Что... Но это мидраши, и каждый мидраш нужно это понятно, что это, да, но смысл в том, что ему все-таки дали шанс. Фараону дали шанс, что все-таки мудрецы Израиля считали, что, ну, было такое мнение, что фараону все-таки где-то там, может быть, спустя, там, не знаю, 100 лет еще, он где-то там, живучи в другом каком-то облике, он все-таки раскаялся, все-таки вот, видимо, вера в человека такая сказывает, что вот, ну, может дать быть, человеку, да, он, что у мидраша, ей надо дать у ему мидраша шанс. Может быть другая, вообще, в принципе, как нам и Рав Шерки объясняет, и как понятно из простого смысла писания, очень важно было вообще показать Египту. Все это представление делалось не только для Израиля, но и для Египта, для всего мира, чтобы показать, как работает Всевышний. На самом деле, тут есть и проявление милосердия, то, что он прекращал казни. Но, с другой стороны, это сыграло с фараоном вот такую плохую... Как-то сыграть... Злую шутку можно сыграть. Злую шутку можно сыграть. Злую шутку. Вот такую злую шутку, да. То есть она как бы не работает. Если так подумать, Моше мог не прекращать первую, вторую, четвертую, там, не знаю, какую казнь. И тогда бы сразу нас отпустили, но, во-первых, Бог был милосерден и прекращал. Во-вторых, это в результате должно было быть доказательством силы Всевышнего, что он может наслать и может прекратить, и что он не отступится от своей идеи наказать Египет и вывести Израиль. Окей. Давайте я уберу свой текст. Ань, спасибо. Мы можем перейти к следующему. Эмиль, пожалуйста, я вижу поднятую руку. Опускаю ее, и можете говорить. Значит, я, собственно, согласен со всеми там мидрашами, которые приведены. Я только не понимаю, в чем тут, так сказать, парадокс. Парадокса я не вижу, и я объясню, почему. Ну, я начну с того, что почему предписано уничтожить Амалека? Почему ему не дается шанс? Значит, очевидно, есть такая ситуация, когда Всевышний как бы заранее знает, что какой-то народ или там отдельный, так сказать, человек просто не способен сделать шуву. Значит, и он изначально присуждается к смертной казни. У фараона было достаточно преступлений. Значит, начинается с того, что Мидраш говорит о том, что, по-моему, это Раши, что он знал, кто такой Йосеф, весь народ египетский знал, кто такой Йосеф, но они были неблагодарны. Кроме того, что здесь сказать жизнь за жизнь, действует очень четкий закон, уничтожал детей Израиля, он считал первенцев Израиля, так что вот, то, что сделал Всевышний фактически, то есть к смерти он уже фактически был приговорен, но на самом деле Всевышний ему дал возможность, так сказать, этой шувы, вот, он его просто, так сказать, известно тоже из, значит, мидрашей и традиции, что если человек не делает сразу шуву, когда Всевышний ему дает возможность, то следующий шанс будет еще тяжелее. Значит, это все время усугубляется. Да? Вот, например, если мы возьмем Йова, там это как со стороны сатана, то он его доводит до последней точки. Тот выдерживает все испытания, пока Всевышний ему не является. Ну, давайте Йова отложим, потому что много разных точек зрения, да, на Йова. Значит, да, но вот то, что вы говорите, это то, что, в принципе, мне кажется, Рамбам сказал, то, что я привела. Значит, да? Ему просто, значит, даются все возможности. Значит, но почему он его укрепляет, его сердце и все, значит, каждый раз это все сделать ему все сложнее, и он знает, что он на шуву не способен, он может просто испугаться, вот в этом весь трюк как бы заключается, что он его, так сказать, пугает,
а фараон не боится. И таким образом Всевышний прославляется, то есть он остается при своем до последнего момента. И Тора нам подчеркивает, даже уже когда закончились как бы казни и все, он все-таки погнался и говорит, что это мы сделали, отпустили Израиль. То есть когда он даже отпускает Израиль, то он просто делает это как бы нехотя из-за того, что вот он испугался на какое-то мгновение. Но чувы по-настоящему, признания Всевышнего у него не было. Вот. И, соответственно, выполняется просто какая-то показательная казнь этого фараона, которая показывает, что происходит, если человек, так сказать, не способен. Ну, я, в принципе, согласна совершенно. Просто мне нравится, каким образом это объясняет Рав Медан, в смысле того, как Всевышний подстраивает внешние обстоятельства по то, чтобы дать возможность человеку проявить свою истинную сущность. Да. Я только хотел заметить, Эмиль, что насчет Амалека это неоднозначно. Талмуд говорит, что бнебанав шель Аман, ламду тора бнебрах. То есть сделали не только тшуву, а сделали гиюр и вошли в народ Израиля. Так что, Аман же как бы из Амалека. Так что не все эти самые... стопроцентный Амалек безнадежный. Я не знаю, каких... Всевышний раскручивает очень интересным образом свой мир. В Бней-браке? Да, есть извлечение, да, что 10, сколько там потомки Амана учили Тору в Бней-браке, да. Нет, не сказано, там не 10, я сейчас приведу. Я вру, там это я говорила. Okay. Сколько-то там. Где-то есть и 10, это у нас... Секунду. Санхедрин 96. Окей, в Бней-браке. Бней-брана, шель Санхерив, лемду турав брави, бней-брана, шель Аман, лемду турав бней-брак, афим бней-брана, шель ото раша. Ну, это уже продолжение. Но это, наверное, из тех, которые не соблюдают рекомендации короны, я думаю, в Бней-браке все-таки. Что-то ой, осталось. Это ты сегодня опубликовал, да, этого самого? Ты сегодня в чате опубликовал, правда? Да. Меши Заав очень круто сказал. Меши Заав. Да. Не, ну когда это, тем более тебя касается лично, вдруг все понимают. Ну, правда, он, может быть, и до этого не был. Он не политик, он имеет возможность. Ну, хорошо. Я думаю, что здесь просто хотят показать. Это как бы чисто такое как бы умозрительное, показательное, значит, объяснение, что ни для кого и никогда, то есть насколько бы человек был, не был бы раша, и все, всегда есть путь чувы. Для этого показывается, что даже сыновья какие-то Амалейка, вот они оказались способны. Это чисто учительная, прагматическая такая заметка. На самом деле мы празднуем этот Пурим, и скоро будем праздновать Безрат Ашем его опять. И там у нас эта заповедь, которую надо выполнять, которая записана в Торе очень четко. То есть против Торы не пойдешь. Спасибо. Окей. Хорошо. Я хочу сказать, что мир, он сложный, Эмиль. Заповедь такая есть, а реально ее не выполнили. То есть получилось так, Всевышнему это тоже было известно, что реально ее не выполнили. Видимо. Окей. Ну ладно. Тимофей, я видел руку, но она опустилась. Есть желание спросить? Да нет, там в ходе дискуссии, в общем-то, вопрос решился. Да ты что? Так что... Окей. Да. Ну, хорошо. Ну, тогда мы плавно переходим к доктору Линницу. Правильно я понимаю? Всегда готов. Окей. Только не добавляй слово «пионер», я от него вздрагиваю. Ну хорошо, все, мы тебя слушаем. Халила, да, окей. Можно начинать? Да, конечно. Значит, ну в нашем сегодняшнем недельном разделе идут и египетские казни. И существует масса объяснений, как эти казни действовали на египтян. И есть не меньшее количество объяснений о том, что эти казни на самом деле были придуманы не для египтян, а для евреев, чтобы, глядя на то, что происходит с египтянами, евреи чему-то там учились. Я сегодня хочу сказать такую вот... нетривиальную, мне кажется, вещь, это то, что одна из казней позволяет нам посмотреть на мир
глазами фараона, вот самого фараона. Значит, давайте прочитаем. Итак, седьмая казнь. «И протянул Моше посох свой на небо, и Ашем дал громы и град, и пошел огонь на землю, и пролил Ашем град на страну Египет. И был град и огонь, полыхающий внутри града, тяжелый очень, которому не было подобного по всей стране Египет с тех пор, как стало народом. И поразил град по всей стране Египет все, что в поле, от человека и до скота, и всю траву полевую побил град, и всякое дерево полевое сломал». Значит, здесь некое описание седьмой казни, так как она была. Значит, что есть казнь в понимании Торы? Гром, такое чисто психологическое воздействие, град и внутри граден огонь. То есть одновременно и уничтожают посевы, и ломают деревья, и сжигают все, что не доломалось. Значит, ну понятно, что в стране Гошен не было никакого града. А теперь с точки зрения Паро. Значит, после того, как Паро попросил Моше остановить казнь, и увидел Паро, что прекратился дождь и град, и громы, и продолжал злодействовать. И обратите внимание, без всякой помощи Всевышнего, утекчил сердце свое он и рабы его. Я обращаю ваше внимание на то, что есть такой железный закон психологии. В первую очередь человек видит то, что он хочет увидеть. И в первую очередь фараон увидел дождь. То есть для него эта казнь была сосредоточена в дожде. Вот для нас это был гром, это был град, это был огонь. А для фараона это был дождь. Вопрос почему? Ну, значит... Смотрите, еврейский народ, который вообще воспитывался, по крайней мере, какое-то время в Эрец-Кнаан, должен был научиться радоваться дождю. И поэтому, если льется дождь, то это хесед, это радость, это праздник. Я, когда первый раз оказался в Израиле, о боже мой, это было 31 год назад, в кибуце Ханита, я еще видел, как... Когда начинался первый дождь зимний, там в декабре месяце, то дети выскакивали на улицу и устраивали там пляски, радостные какие-то игры, потому что пошел дождь. Это не казнь, это радость. А для фараона дождь – это казнь. Значит, давайте вспомним то, что написано в книге «Дворим». Там сказано так, потому что страна, в которую ты приходишь, чтобы наследовать ее, не как страна Египет она, из которой вышли вы, где посеешь семя твое и польешь его ногой твоей, как сад зелени. А страна, в которую вы переходите, чтобы наследовать ее, страна гор и долин, от дождя небес будешь пить воду. Значит, эти два пасука дают нам принципиальную разницу, что Израиль – это страна, питающаяся небесной влагой, и ее символ, вот то, что мы повторяем трижды в день в течение полугодия в молитве, что «дай нам дождь». Мицраим – антипод Израиля. Основное занятие египтян – земледелие, и оно полностью зависит от регулярных разливов Нила, которые, в свою очередь, определяются гидрологией озера Виктория в Уганде, там, значит, ближе к экваториальной Африке. Дождей в Египте практически не бывает, и только разливы Нила обеспечивали увлажнение почвы и насыщение ее плодородным илом. Но тут еще отметим в кавычках, что до изобретения химических удобрений многие тысячелетия.
И такой поэтический оборот работы египетского крестьянина «Польешь его ногой твоей» говорит о строительстве оросительных каналов и о подъеме воды на верхние террасы долины Нила с помощью ступенчатого водяного колеса. Поэтому объявить себя верховным попечителем реки было хитрейшим из внутриполитических шагов фараона. Именно он, следовательно, оказывался источником существования всех жителей страны, а заодно по совместительству и богом. Фараон египетский царь, сказавший «Мне принадлежит лесистая река», то есть Нил, «и я сам себя создал», сказано у пророка Иезекииля 23:3. Обратим внимание на претензию «я сам себя создал». Если соединить ее с другим высказыванием фараона, «и сказал Паро, кто Ашем, что я послушаю голоса его послать Израиль? Не знал я Ашем, и также Израиль не пошлю», Шмот 5:2. Тогда получается достаточно полная картина. Фараон считает себя богом, и с этой точки зрения он смотрит на все происходящее. Фараон отстаивает позицию, в соответствии с которой он единственный и всевластный. Он правитель и бог Египта. Ну, как сказали бы через 3,5 тысячелетия, есть фараон, есть Египет. Нет фараона, нет Египта. Отсюда и губительность дождя для имиджа фараона. Дождь, он не просто подмочил репутацию его всевластности, он ее просто размывал, потому что вода приходит без всякого фараонового соизволения. Авторитетность, вот эта вот замкнутость Египта была важнейшей национальной иллюзией. А поскольку профессия фараон зиждется на этом долгоиграющем мираже, то отношение его к происходившей на его глазах гибели страны было весьма своеобразным. Его волновало только одно – честь фараоновского мундира и высокий, профессиональный, если хотите, мессианский в его понимании долг. Именно поэтому и выход евреев из Египта с визой фараона, с выездной визой, да, как мы получали в советской стране, был абсолютно невозможен. Фараон, отпустивший евреев, это уже не фараон. И после 7-й казни фараон только на словах готов отпустить нас. И после 8-й казни мы получили очередную порцию фараоновой трипологии. Даже после 10-й казни фараон остался верен себе и ограничился очередным словоизлиянием. Только массовое движение простых египтян и давил Египет на народ, чтобы поспешить выслать их из страны, потому что сказали: «Все мы умираем», Шмот 12:33. И вот это массовое движение привело к тому, что нам пришлось поспешно выходить, там и понес народ тесто свое в квашнях и так далее. Вот такой взгляд на происходящее событие глазами фараона. Спасибо за внимание. Окей. Господа и дамы, вопросы доктору Линицу. Ну, я замечу тут один момент, с вашего позволения, который как бы пропущен. В пасуке о дожде, то есть дождю рознь. Бывает хороший дождь, бывает плохой дождь, поэтому в молитве Шма мы говорим, что все Всевышний даст вовремя, а не просто так дождь. И этот дождь был не кстати, потому что было написано, там написано, значит, в пасуке, и лен, и ячмень были побиты, потому что ячмень уже колосился, а лен был в стеблях. А пшеница и полба не были побиты, потому что они созревают позже. То есть уничтожилась часть урожая не вовремя, Всевышний, то есть этот самый фараон, не успели убрать этот урожай, то есть ему фактически грозила голодная смерть, но он еще надеялся на то, что протянет до того времени, когда заколосится пшеница. То есть здесь как бы все то, что построено на дожде,
связано с тем, когда и какой дождь. То есть еще тоже имеет значение. То есть есть дождь Малькош, есть Матар. То есть когда это хорошо, когда это плохо и так далее. Ну все, это мое маленькое замечание. Окей. Имеет место, да. Да. Тимофей, мы видим руку, пожалуйста. У меня вот вопрос, можно спрошу? Про колесо, это исторический факт, у них были колеса? Да, конечно. Это сколько хотите потому картинок что... на стенах храмов там. То есть вот такое колесо с кувшинами, и человек переступает со ступеньки на ступеньку, заставляет это колесо крутиться, и оно поднимает воду с нижнего уровня на верхний. Понятно, спасибо. Типовой вариант. Окей. Про колеса была специальная лекция. Сейчас, Тимофей, одно только слово слегка. Про колеса, вообще изобретение колес, насколько я помню, была специальная лекция доктора Миши Голосовского. Да. Тимофей слегка. Да, Тимофей слегка. Да-да. Такой вопрос. Мы говорим, что фараон считал себя, в общем-то, богом. Наверное, все египетское общество тоже его считало таковым долгие-долгие столетия. Можно ли сказать, что вот по мере нарастания казни фараон стал ощущать, что еще чуть-чуть, и вот египтяне просто его сбросят, как бы откажут ему в этом божественном происхождении, потому что слишком уж много на них свалилось. Как бы предвидя это, он решил наконец-таки израильский народ отпустить. Что скажете? Ну, понимаете, все правильно. Но вот я, собственно, привел пример, что даже после последней, самой страшной, десятой казни мы вышли из Египта благодаря массовому народному движению египтян и давил Египет на народ, чтобы поспешить выслать их из страны. То есть мы не просто мирно ушли с визой фараона выездной, так сказать, самолетом через Вену. Нас выдавили из страны, и это было общее движение. То есть вы очень правильно заметили, что простой народ Египта был вынужден взять свою судьбу в свои руки и избавиться от этих противных евреев, с которыми уже не было никакого житья. То есть, по сути дела, в этот момент, но только в этот момент, власть фараона ослабела. Потому что буквально на следующий день снова фараон главнокомандующий снаряжает войско и, так сказать, отправляется вдогонку за бежавшими рабами, пытаясь тем самым восстановить свой авторитет как божества и правителя. Он никоим образом не может смириться с исходом евреев. Да, спасибо. Пожалуйста. Окей. Если вопросов больше нет на озвученные темы, а вопросов больше нет, правильно? Да. Да. Окей. Ну, тогда мы плавно переходим к нашему третьему заключительному докладу, который, вообще говоря, я хотел сделать. Да, во-первых, спасибо, доктор Линец. Спасибо, Нехама. Я спасибо сказал, нет, пожалуйста, что-то такое, нет. Пожалуйста, пожалуйста, должен всегда быть какой-то готовы. Диалог. В студии но, должен быть какой-то диалог. Я-то, да, я просто звук отключил. Отключаю звук, пока войдешь, пока... Нет проблем. Я все время, как человек, который часто смотрит практически каждый вечер, я очень люблю такой есть 20-й канал на израильском телевидении. Он такой, ну, как бы правый, там тоже есть круглый стол, как у нас, есть такие, ну, левый один есть, правда. Вот, ну, просто я каждый раз... Мне очень умильно, как у нас проходят все наши заседания, так очень тихо, все спокойно и все, потому что, ну, в общем, на израильском телевидении дико орут, вырывают микрофон и просто доходит до того, что ты реально с трудом можешь услышать вообще, что там происходит. Ну, хорошо, тем не менее, я приветствую, что все так чинно сидят. Хорошо, да. Просто такой заставки. Окей, значит, смотрите, у нас очень интересная, точно так же, как предыдущие доклады, и то, что я хочу сказать, значит, я вот очень призываю, как в израильской
телестудии, пожалуйста, перебивайте, говорите. Я постараюсь держаться близко очень к тексту, как пишет Ханан Парад. Вот, пожалуйста, не сердитесь на меня, те, кто еще не знает иврита. Вот, я, конечно, не все, но отдельные фразы буду повторять и говорить. Мне кажется, очень важно быть близко к тексту, не только как бы изложение концепции, хотя это тоже, конечно, важно, а все-таки понимать как бы ткань слов, ткань иврита, ткань комментариев и так дальше. Окей. Итак, значит, на самом деле я немножко извиняюсь, потому что вот в том предисловии к вступлению книги «Шмот», которую я в прошлый раз рассказывал, там на самом деле эта тема излагалась, а именно тема имен Господа, имен Бога, имен Всевышнего, которые, как мы видим, что они при переходе книги «Шмот» появляется другое имя Всевышнего. И там это объяснялось. Здесь это объясняется в этой статье, разделяется более подробно. Мне кажется, имеет смысл еще раз остановиться, посмотреть. Здесь Ханан Парад рассматривает более подробно. Мне кажется, очень интересно. Значит, статья называется так: «Ло альмана и а история». Значит, перевод на русский язык такой: «Не вдова история». Хотя мне кажется, что по-русски надо правильно было бы сказать «не соломенная вдова». Потому что идея вдовы – это как, в смысле, брошенная на произвол, никем не управляемая. Да? Мне кажется, соломенная вдова – вот это вот лучше перевод по-русски. Но это вы как бы можете сказать, так это или не так. В скобках скажу, мне кажется, что это такая аллюзия, да, правильно такое слово, по слуху так звучит, или парафраза, да, есть такое вам тоже выражение. Это откуда из пророков? Я, честно говоря, не знаю, может быть, Нехама подскажет. Есть такое выражение, которое часто говорят: «Ло альман Исраэль». Здесь-то вдова, и это он, потому что история – это вдова. А «Ло альман Исраэль» – это не вдовец Израиль. Опять тоже в таком смысле, что есть как бы тот, кто им управляет, есть хозяин, есть баалабайт, который управляет. Окей, итак, начинаем. Значит, у нас в книге «Шмот», 6 глава, псуким с 1 по 6, такие капитальные вещи сказаны. «И сказал Элоким, обращаясь к Моше, и сказал ему: они юткей вавкей, я Ашем». Значит, опять же, в скобках скажу, я, это мое личное, совершенно как бы не обязательно. Мне дико не нравится, когда, мне кажется, что чисто по техническим причинам люди не могут переключить клавиатуру или не могут ставить гостильды, просто называют, говорят, вместо Всевышнего Бога говорят Ашем. Я это дико не люблю, меня это дико раздражает, тем более, что по слуху на иврите Ашем это виновен, то есть это совсем, да. Вот. Но вот здесь юткей вавкей. Так, дальше. И продолжается дальше. «Вейра эль Авраам», я показывался, в смысле представлялся, да, перед Авраамом, перед Ицхаком и перед Яковом, «Б эль Шадай». Вот «Б» – это тоже так вот интересно, да, «Б» у нас по-разному есть. Начиная с того первого «Б», который брешит, и очень много комментариев, что значит эта приставка «Б». Ну, по-разному, да. Но здесь «Б эль Шадай» именно в смысле… По прямому смыслу, наверное, так: я им представлялся как Эль-Шадай. То есть, обращаясь сейчас к Моше, Всевышний говорит: они Юд-Кей-Вав-Кей, они Ашем, Ашем, с Эй-Ай-Ди-Я, то есть определенным артиклем, но при этом говорит, что про отца я являлся как Эль-Шадай. Дальше, следующая фраза: Ушми, а мое имя Юд-Кей-Вав-Кей. Но мое имя Юд-Кей-Вав-Кей. Лону датилаем, а моим именем Юткей Вавкей, а моим именем Ашем, я им не но дати, в смысле, они меня так не узнали, я им не признавался, они меня так не узнали, от слова ладат, да? Лахен, поэтому, скажи Бне Исраэль, как скажи Бне Исраэль, а не Ашем. И вы знаете, что вот этот ответ как бы Всевышнего, он ответ на вопрос Моше. Муше так очень по-еврейски, знаете, помните, да, всю эту историю, как он отказывался, говорит: пошли другого, да зачем мне это надо, в общем, все это сложная история, весь этот балаган, давай кого-то найди. Ну и в конце уже как бы вроде заставили его, вот, и он говорит: ну хорошо, а что мне сказать, кто меня посылает вообще, они мне не поверят, ты же знаешь, какой это народ-то вообще. И вот тогда на этом Всевышний говорит вот такие потрясающие фразы, да, окей, теперь постараемся разобрать. Итак. Пишет Ханан Парад, вот эти высокие фразы, да,
которые открывают наш недельный раздел, который прошел в Эйра, они предназначены для чего? То есть, по-видимому, какое основное значение? Для того, чтобы вдохнуть надежду, тиква в сердца евреев, которые изнемогают под гнетом египетского рабства, да, и объявить им Бсурат Геула. То есть Бсура – это известие. Известие об освобождении. Но вообще говоря, именно исходя из этого, достаточно странно, почему вот это вот Бсурат Геула, то есть вот это извещение или весть о свободе, она как бы мекупелет вложена вот в это изменение имен. То есть, по идее, для того, чтобы понять, в чем смысл перехода от одного имени к другому, тогда мы поймем, в чем была идея, что Бней Исраэль, которые изнемогают от гнета, они, услышав вот это как бы известие Моше, скажи им, что я Ашем, они должны тут же понять и сказать: вау, вот теперь будет освобождение. Окей? По прямому, как бы, пока что мы этого не понимаем, да? Дальше пишет Хат-Апарат. Ну, как бы каждому, любому человеку понятно, что если говорить о том, что просто речь идет о перемене имен, да, то как бы, ну, вот был Всевышний, был до того момента, он как бы под одним именем, потом под другим именем. В этом как бы особого смысла нет. Надо постараться докопаться, в чем как бы смысл, в чем концепция. Да, кроме того, есть еще одна трудность, которая заключается в том, что на самом деле, и вы должны были мне это уже сказать, то есть я должен быть крик в телестудии, да, и у меня должны были вырвать микрофон, а я бы с трудом отбивал. Сейчас буду вырывать, да. Да. Вырывай. Любое имя, оно всегда соответствует некоторому поведению, или в нашем случае управлению. Имя – это не просто так. Окей. И тоже, в общем-то, в основном в отношении с людьми. Это у кого? Не, мы тебя слушаем, нормально. Но в Торе, безусловно, разные имена – это означает разный тип управления, разные раскрытия в разных видах. То есть Элуким и Ашем – это, и Шада – это различные. Ну, да. Вперед, да, ладно. Окей. Мне предложили вырубить микрофон, я вырубил. Не-не, все хорошо, все правильно. Я только хотел сказать, что есть дополнительная, с одной стороны, трудность, что на самом деле имя Юд-Кей Вав-Кей, оно уже появлялось. И это как бы некоторая стира, некоторое противоречие. Потому что, с одной стороны, здесь Всевышний говорит, что я этим именем, Ушми Ашем, Юд-Кей Вав-Кей, Лону Датилаем. Но, с другой стороны, мы же знаем... Тут еще важно, Слиханат, да, пожалуйста, важно, что все это говорит Элоким. Элоким говорит, правильно. Я Ашем, правильно. А открывался как Эль-Шаддай. 100% правильно. Доканчивая предыдущую мысль, мы знаем, что в Брит Бен Аптарим, а именно завет между разъещенными половинами, да, там Всевышний появляется Аврааму как Юд-Кей Вав-Кей. Кроме того, в сне Сулам Яков, лестнице Якова, да, там тоже Юд-Кей Вав-Кей. И тогда получается... Я хочу добавить, что это мы видели уже много раз, когда разбирали Рава Бройлера, который подчеркивает, что там есть сочетание этих двух управлений. Да? Окей. Уже справится. Окей. Поэтому идея, которую я сейчас как бы веду, заключается в том, что, по-видимому, сообщение Всевышнего Моше было не в просто в перемене, но это я от себя говорю, так сказать, маски, либо обличия, а что-то в этом было, что-то существенное. Например, я сейчас от себя тяну, говорю слегка, да, когда я обращаюсь к кому-то из присутствующих и говорю вот на таком русском языке, который мне помнится там 30 плюс лет назад, я ему говорю: Гриш, братан, и дальше, значит, есть некоторая речь. А что означает, что я вместо сказать там, я не знаю, вот Натан, я ему скажу: братан.
Это не просто так я имя поменял, да? А я ему хочу сказать, что я сейчас, я к тебе обращаюсь, братан, потому что я себя вести буду совершенно по-другому. Вот мне кажется, вот эта нитка, которую мы дальше будем растягивать. Итак, сейчас у нас идет, сейчас будет несколько техническое обсуждение. По-моему, это... Эмиль, секунду еще, я чуть-чуть продвинусь. Ну хорошо, Эмиль, я вас слушаю, только, пожалуйста, если можно, не уводя меня. Я только хотел заметить, что то, что нам открывается Всевышний, это одно, он нам рассказывает об этом, да. А он не открывается, значит, во время того, когда он что-то совершает. А что он делает? Чем отличаются эти имена? Значит, имя, одно имя, это как сказать, всесильный, который связан... Сейчас, имя, слегка. Это бедюк, но это то, что я хочу рассказать. Поэтому все-таки, если можно... Давайте посмотрим, или это то, а потом я... Да, продолжим, а потом, да, потому что это мамаш на эту тему. Теперь дальше. Дальше сейчас Ханан Парад, мне кажется, у него как бы, ну, не технология, но, в общем, логика, она такая. Он приводит классические комментарии, вот, как бы... приводят о них, и они на тему, но в конце все-таки как бы говорит, что они, по его мнению, не совсем отбивают как бы постановку вопроса. И тогда он, по-видимому, формулирует как бы некоторую свою концепцию. Вот сейчас у нас есть, приводится комментарий. А как классический комментарий к этому относится? Итак, пишет Раши, идя по следам мудрецов, Хазаль, он говорит так. То, что сказано, а я появлялся праотцам Бе-Эль-Шадай, именем Шадай. Что это означает? Дальше позволю себе сказать эту фразу на иврите. Шефтахтим автахот убекулам амарти, они Эль-Шадай. Эль-Шадай – это тот, кто мафтиех автахот. Что это означает? Это тот, который обещает обещание. Немножко по-русски тавтология, но на иврите это нормально звучит. Да? Он обещает обещание, да? А что означает следующая фраза, которая сказана Моше? «Ушми Ашем лоно дати лаем», а именем Юткей Вавкей не открывался им. Это означает, он пишет, что «бамида амитичили» моей как бы истинной функции настоящей, в чем она выражается, говорит Раши, «неман лекаем дварай». А именно тот, у которого есть сила выполнять эти обещания. Я им не открылся. Почему? Потому что, завершает Раши, говорит, «Шарей втахте вы локи ямте», потому что я им обещал и не выполнил. Окей, продвинемся чуть дальше. И получается, что по этому как бы комментарию Раши слово «шадай», его смысл – «мафтех». «Мафтех» – тот, кто обещает. «Вэшем ютвайк», а имя «авая», так и на иврите называется, имя «авая». «Авая» – это «юткей вавкей». А имя «авая», его смысл – «мекаем». И теперь дальше. Вот то известие, которое следует вот из этих псухим, из этих стихов, заключается вот в чем. Дальше Ханан Парад говорит несколько таким языком, который сейчас у нас предвыборная кампания, он очень слышится. Дай бы автоход! Хватит в обещаниях. Дай бы автоход! Отсюда и дальше едобру маасим. Отсюда и дальше будут говорить дела. И то, что я обещал, будет выполнено. Вот такое объяснение Раши. Так, окей. Итак, получается, что Шема Авая, Ют Кей Вав Кей, действительно, оно отбивается как пшуто. В смысле, по простому смыслу. То есть, оно обозначает выполнение. На иврите называется Минакох эля поль, то есть из пассивного в активного. Кох – это в потенции, а кох – это то, что в активности. То есть то, что было в потенциале обещано, вот теперь обещано как Шадай, вот теперь Ют Вавкей, Шема Авая, вот сейчас это будет выполнено. Да? Но тут у нас есть маленькая проблема. В чем проблема?
Юткей Вавкей как бы более понятно. А как Шадай объяснить? Непонятное слово. Значит, дальше он приводит. Ибн Эзра пытается сделать такой ход, поскольку мы знаем, что комментарий Ибн Эзра он построен на грамматическом анализе. Он пытается сделать такой, я себе позволю заметить, трюк. Что он делает? Он слово «Шадай», как вы понимаете, стоит из трех букв. Кстати, это слово, которое пишется, слово или словосочетание пишется, например, на мезузот. Шин, далит, ют. Что он делает? Он из этих трех букв берет букву «Шин» и отрывает ее. И остается очень известное слово в Израиле. Даже в бытовом плане очень известное. Слово «дай». «Дай» – «маспик». «Дай» – «enough». «Дай» – «достаточно». В скобках скажу. Это слово одно из самых распространенных в современном иврите. Все еврейские дети, все еврейские израильтяне, они все время кричат «дай, дай, 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 достаточно». Это слышишь все время. Так вот здесь Ибн Эзра, он делает такую штуку, что означает «дай». Очень просто. Нет в смысле, что «дай enough» достаточно. А «дай» в том смысле, что я самодостаточный для того, чтобы исполнить это. Да? Но, тем не менее, Ханан Парат этим не удовлетворяется, и мы этим удовлетворяемся, потому что мы видим, что это как бы техническая вещь. А можно немножко по-другому посмотреть, как по-другому, а по-другому так. Представить себе, что Шадай – это природным путем, Бедера Хатева. А вот Ашем, Шем Авая, Бедера Ханес. Нес – это, ну, по-русски скажем, чудо, хотя это слово немножко как бы макулкали, испорчено всякими наслоениями, но, скажем так, Нес – в смысле неприродным, ненормальным природным течением событий. Да? Но мы видим… Да, что вот играя таким образом, отрывая одну букву, Ибн Эзра, он прокладывает путь для последующих комментариев и Рамбану, который идет за ним и говорит, вот говорит очень интересно, пишет. И тут видно, что Всевышний являлся праотцам, как Эль-Шадай, делая с ними, пишет Нисим Гдолим, как бы знаменательное явление, но, тем не менее, подчеркивает, Шелонит Батель Мем Ноак Аулам, но в которых, тем не менее, не менялся нормальный природный ход. И пишет, ВМ Нисим не старим. Это так пишет Рамбан. Он говорит, что они тоже Нисим, но это Нисим не старим, которые с точки зрения внешних наблюдателей, они выглядят, для них это выглядит как нормальный ход природы. Да? А что сказал Всевышний Моше? Продолжая дальше, очень интересно, он говорит, я являлся, Всевышний говорит Моше, я являлся праотцам, бекох яди, моей силой, которая что делает? Слушайте дальше, как интересно. Шудет бо мезалот. Шудет бо мезалот. Эйд шадай шудет мезалот. Что такое шудет мезалот? Шудет мезалот это означает, который, ну, по прямому смыслу, грабит созвездие. Но, по-видимому, здесь смысл такой, который отбирает у природы власть как бы естественную, которая осуществляется с помощью мазалот, не знаю, гороскопа, сосведий, ну, природного хода явления. Да? Шудет мазалот. И помогает тем, которых он избрал. Но моим именем Авая Юткей Вавкей, в котором заложено, пишет Ашер Боние Колявая, в котором заложено все существование. Я им не признавался, не узнавался. Итак,
Я делал им что? Прочту на иврите потрясающая фраза. Левро лаэм хадашот бешинуй толадот. По-русски перевести, это, конечно, помрачительная вещь, но посрочный перевод звучит так. Левро лаэм хадашот. То есть сделать для них изменения, сделать для них то, что он говорит, ни сим, ни старим, делать для них какие-то феномены, каким образом, бешинуй толадот. Шину толадот, толада, толада, сколько я понимаю, здесь смысл, это проистечение одного из другого. А шинуй толадот, когда одно перескакивает через другое. Не знаю, в скобках можете сказать, например, это... Авраам и Сара, 99, 100 лет, которые родили. Это Яков, который играл с этими самыми с овцами, помните, с этими палками там, или там у Ицхака пиме, сторец, и у него эти самые урожаи был. Вот такие штуки. Вот это, мне кажется, потрясающая фраза. «Левро лаэм хадашот бешинуй толадот». И тогда по этому смыслу и в имя Шаддай, да, его смысл управления скрытыми чудесами, но которые происходят, тем не менее, естественным путем. Вот из всего того, что перечисленного, да, окей, можно понять, что тем не менее, это выглядело как некоторые йоцеми накладь, что-то из ряда вон выходящее. В 99 100 лет не рождаются, 100 лет больше урожая не получают, ну и так дальше. Да, там овцы, как было с этими самыми у Якова, такое тоже не происходит. Но тем не менее, есть идея такая, что это, тем не менее, они происходят изменением, но все-таки природным путем, да? А с другой стороны, имя Авая Юткей Вакей показывает нам чудесное или из ряда вон выходящее управление, которое нарушает ходы природы. Не в процессе, не в русле, а нарушает ход природы. И какая псура? Вот какое это известие? Так вот, известие, которое Муше приходит к Бне Исраэль, оно заключается именно в том, что он им говорит, там Идан Итнагуд Бедерахатева, закончилась период эпоха, когда не знаю, история либо Бне Исраэль управляются естественным путем. Сейчас и дальше, в последующем, начнется процесс освобождения, который знаменуется открытыми, а не скрытыми чудесами на глазах у всех. Лиеней коль басар. На глазах всех существующих. Да? Но, пишет Ханан Парад, но все-таки, тем не менее, в наших глазах имя Шаддай остается Сатум, закрытое. И тем не менее, как попытки Ибн Эзра оторвать одну букву, да, Шин, и сказать Дай. И точно так же, как Рамбан, который пытается сказать Шаддай, Шодет Мазалот, который как бы грабит или грабит в кавычках, да, которые отбирают у мазалот, да, у природных сил их силу. Да? Тем не менее, это кажется, что это далеко, так пишет Ханан Парад, это кажется далеко от прямого смысла. А дальше встроит некоторую концепцию. И мы сейчас прямо подходим к тому, чему я слегка вас прервал. Тут Ханан Парад повторяет свою концепцию. Я ее излагал в прошлый раз, сейчас коротенько скажу еще раз. Она как бы подводит итог нашему сегодняшнему обсуждению. А именно, три имя Всевышнего – это три концепции управления миром, создания управления миром. А именно, Элоим Боре, Элоим, имя Элоким – это создатель мира, Шаддай Мехае, тот, кто его пропитывает, тот, кто его поддерживает, и Шем Ашем Авая, Маник, это тот, который им управляет. Да? Теперь разберем
каждый из этих, коротко, каждую из этих имен, каждый из этих ступеней. Да? Итак, он пишет, а Меймат Аришон, а именно первая ипостась, скажите, хотя слово ипостась тоже, я понимаю, что в русском языке там всякие наслоения, но тем не менее, Меймат, не знаю, параметр очень технический, была партия такая Меймат, а Меймат Аришон, вот эта первая ипостась, скрыта в слове Элоким, и она выражает проявление Всевышнего, который властелин, Кебааль Кохот Кулам, который властелин всех сил, которого есть сила сделать, произвести, на иврите называется Ешме Айн, произвести что-то из ничего. Вы знаете, да, что на иврите есть специальный глагол, отведенный исключительно для Всевышнего. Буреолам. Ливро, бейт рейш алеф, это обозначает исключительно действие Всевышнего по созданию мира. Хотя по-английски это как бы это create, creation, да, creativity, по-русски это творец, да, и то же самое говорят про человека, творческий человек, но ведь тем не менее это разнесено. Творчество – это яцера, там два юда, там... Да-да-да, вот это я хотел сказать. Да-да, там сложные человеческие истории, это человеческое, да? Это творчество. А вот Левроа, Брия, да, Маасе Брия – это все ко Всевышнему, это к человеку не имеет отношения. Так вот, Элоким – это Брия. Окей, с этим разобрались. Теперь дальше. Меймат Ашени – второй параметр, да? Либо вторая ипостась. Спрятано в имя Шаддай. И вот как его здесь раскрывает Ханан Парад. Теперь дальше. Как в нормальной телестудии, я вам тоже забрасываю вопрос. Вот на самый простой слух, который минимально знает иврит. Да? Шаддай. На что это слово похоже? Ну, звучит самое близкое к какому слову? Публика. Публика. Алло. Шай. Подарок. Что-что? Шад. Шад. Кто сказал шад? Кто сказал шад? Поднимите руку. Михаил. О, отлично. Что такое шад? По-русски все части тела, они нескромные, кроме головы. По голове бьют, правильно? А на иврите вполне позволительно. Шат – это женская грудь. Ну, то есть женское, пойдем, добавлять не надо, потому что шат – это только женское. Да? Окей, вот это интересно. Почему? Потому что мы как бы догадываемся. Ага, женская грудь, материнство, вскормление. А мы только что говорили, что шада – это тот, который мехаеет, тот, который пропитывает. О, окей, зацепились. Что идем дальше? Идем дальше. Смысл шат, как мы сказали, это кормление. Как мать кормит ребенка. И действительно... Энрикс, по-моему, я выключаю, по-моему, это стам голоса. Итак, а мы находим этому подтверждение? Да, конечно, находим подтверждение. От слова Шаддай, да, приходит сила размножения прияурвия. На иврите прияурвия – это размножение. Да? Почему? Когда Всевышний говорит Якову, они эль Шаддай, преурве. О, по прямому смыслу сказано. Всевышний говорит Якову, я эль Шаддай, преурве, размножайся. То есть я от силы того, что я Эль Шаддай, я тебя как бы награждаю, я тебя эманирую на тебя, а ты преурве. И так оно это и было, да? И дальше он говорит, интересно, что Яков тоже намекает в своем благословении Йосефу, намекает на эту связь, и они говорят на языке, который они понимают, да? И что Яков говорит Йосефу? И он ему говорит... В эт Шаддай в Ивархеха, да? Я тебя благословлю чем?
Беркот благословлением Шадаем Верехем, а я тебя благословлю, да? Благословлениями, как это сказать, грудей, ну, не знаю, по-русски так переводится, и рехом. И рехом в смысле чрева. То есть благословлю тебя плодородием, размножением. Да? Тогда завершает вот это вот, вот такое понимание Шадай и говорит, что во времена, в эпоху праотцов, вот это вот управление миром, как Эль-Шадай, оно проявилось и также во время Египта, да, проявилось в размножении, увеличении. Мы знаем, что в Египте, да, сказано, что евреи расплодились, размножились, сверхъестественно и так дальше. Окей? И во времена перехода от как бы семейной структуры клановой к народу. Но вот что для нас очень интересно. Но до сих пор Всевышний не появился им в роли того, кто менавет, кто который управляет, тот, который ведет народ, имеется в виду еврейский народ. Направляет. Направляет, правильно. Направляет. К выбранной цели Эль-Яда. Дальше вот это вот сейчас будет очень интересно. Бемалах истории. В историческом процессе. Эль-Шадай с этим не связан. Для этого должен был для этого Всевышний должен был не появиться в качестве имени, а должен был раскрыть тот потенциал, который заложен в имени Юдкой Вавкой Ашем Авая, пишет Ханан Парад. А вот теперь отсюда и дальше, во время исхода из рабства на свободу, Всевышний, Рибон Ауламим, Всевышний, то есть владыка миров, он проявится своим третьей ипостасью, либо своим третьим, как бы, параметр плохо, ипостасью, уж пускай будет, который ганус, сокровенен, который... Может, аспектом? Что-что? Аспектом. Не очень любимое слово, но все-таки аспектом. Ну, аспектом. Ну, хорошо. Окей, аспектом, да, аспектом. Аспектом, который ганус, который заложен, скрыт в имени Юдкей Вавкей, Шема Авая. Не только как Элоким, а именно Творец прежде всего Ешме Айн, то есть чего-то из ничего, что человек не может сделать, а как руководитель, который управляет параметром времени. А где мы видим параметр времени? Ну, очень просто. Потому что по самому простому смыслу в имени Юдкей Вавкей заложено три времени. А я – это прошедшее, авар. Ове – это настоящее. Вае – ваи слиха – и это будущее. И это параметр времени. И поэтому именно сейчас, когда Всевышний обращается к Моше, и он ему обращается к имени Всевышнего, вкладывая в имени Юдкей Вавкей Шема Авая, со всеми те смыслами, от которых мы говорим, вот именно сейчас, да, Всевышний распахивает перед Моше картину, то есть чертит ему картину, перспективу, историческую перспективу на дальний срок, да, на длинную дистанцию, на тварахок. Да? Которая вложена вот в эти пять этапов, про которые мы говорили в прошлый раз. В Иоцете, и я выведу, в Ицальте, и я спасу, в Гаальте, и я освобожу, в Элакахте, и я приму к себе, в Эвете, и я приведу. Да. И здесь, да, Всевышний, он является перед Моше как тот, который руководит историей и рисует дальнейшую перспективу. И приводит фразу из Хавакука,
По-русски я даже, нет, честно говоря, не посмотрел, как на Толдот это написано, но вообще-то чудовищно перевести на русский, называется так. Умегамат пнеем кадима. Мегама – это тенденция, это направление. Мегамат пнеем кадима – это означает, что он в направлении следования вперед. В кавычках скажу, вспоминая свои воинские сборы в Израиле на протяжении 10 лет, да? Есть даже такое, есть такое выражение. Бемегамат нуа это означает тенденции двигаться. То есть по-простому двигаемся вперед. Окей? Теперь дальше. Заканчивая, говорю такую штуку. А, да, Ханан Парад говорит, не знаю, насколько это верно, думаю, что, наверное, это верно, что мы видим здесь, что Всевышний вот в таком меймаде, в таком параметре, аспекте, как управляющий историей, да, такого нет, на иврите называется ахварея. То есть нет ничего близкого, похожего у других народов. У других народов. Окей? Теперь дальше. Ханан Парад заканчивает, и я тоже это заканчиваю. Да, все это, и, по-видимому, вот то, чем он заканчивает, это то, что привело его вот к этим заключениям. Приводят цитаты из Рав Кука, да, когда Рав Кук описывает процесс возвращения в Цион, то есть возвращения евреев в Эрец Исраэль, он пишет такую фразу, и, по-видимому, это, ну, то есть не по-видимому, эта фраза стала основой его статьи «Ло альмана и а история». А именно, не вдова, я от себя говорю, не соломенная вдова история, а идея такая, что еврейское мировоззрение подразумевает, что несмотря на то, что конкретно настоящий момент, каждый данный момент времени нам не всегда понятно, что происходит, но тем не менее наша вера в то, что в этом есть смысл, нас ведут, и все осуществляется в соответствии с божественным планом. Ло альмана и а история. И поэтому, как обычно делают, когда делают драшот, да, в Бейт-Кнессет или где-то, всегда следует правильно, да, привязать, называется, к нашему батальону, сказать, а вот видите, как правильно, так про нашу как раз сегодняшнюю ситуацию. Ну, и я тоже вставляю себе две копейки. Вот видите, мы сейчас в этой самой проклятой короне, ужасная ситуация, сейчас уже, я не знаю, как в других странах, наверное, у вас так же, в Израиле перестало, никакого юмора больше нет, молодежь тоже перестала как бы ухмыляться и говорить, что это все ерунда. Дикое количество умирающих каждый день, разрывающих душу истории. Это по-настоящему большая человеческая, огромная человеческая трагедия. И поэтому, несмотря на все это, мы верим, что в этом не то, чтобы есть смысл, трудно видеть в этом смысл, да, но что в этом есть выход. И тем не менее, я могу только сказать, заканчивая словами Ханан Парата. Ло альмана и а история. Она не соломенная вдова. У нее есть хозяин, у нее есть тот, который этим руководит. Ну все, господа и дамы. Я бы подняла руку, но я кухост, видимо, он мне не позволяет, не дает такой опции. Я только хотела сказать, что это Ло альмана Исраэль, это из Ирмияу. Но я еще посмотрела, говорят, что Менахем Бегин очень любил эту его фразу употреблять в каких-то речах. Знаете, это он говорил. Ну, там имеется в виду, что Бог защищает Израиль, если хотите. Я могу прочесть по-русски. Это, по-моему, 51 глава. Он там говорит о наказании Вавилону. Ой. Не так уж важно. Пошлю я на Бавель веет или развеет его, потому что пустошат они землю его и так далее. Ибо не обдавел Израиль, Иуда у Бога своего, Господа Цваота, и земля их полна греха, ну, Каздим, в смысле, Вавилон перед Израилем. В таком духе. То есть это... сказать, что Бог стоит за Израилем, не оставил его. Интересно, потому что в этой цитате он необычно, это, обычно как бы Израиль упоминается алмана, да, соломенная вдова.
уподобляется женщине, которую супруга оставила. А в данном случае, или там ушел от нее, а в данном случае как бы Люальман, не знаю. Правильно. То есть получается, okay. получается, что одно из имен Всевышнего фактически это время. Такой вывод можно сделать. Смотри, ой, я просто... Да. Ну нет, да, это не значит время. Это тот, кто управляет временем, то, что, тот, кто стоит за временем, тот, кто создал время для того, чтобы да, он стоит за этим, и время. Это история, как бы, которая ведет к определенной цели. И это, за этой целью, собственно, стоит Всевышний. Вот именно имя просто... Гавайя. Потому что многие процессы, которые нам непонятны, они необходимы, им, ну, они не вкладываются как бы в стандартные рамки награды и наказания. То, что называется, с чем ассоциируется часто имя Элоким, да? И нам непонятны процессы, как Натан сказал, которые за этим стоят. Тем не менее, мы знаем, что есть некоторая высшая воля, которая направляет в этом смысле историю. И что все, что происходит, у этого есть какая-то общая цель. Ну, и Рамхан говорит, что в конечном итоге нам, в конце истории нам станет понятно, что это все как бы имело общую цель и общую направленность. У меня просто... Сейчас мы видим... закончить, потому что я хочу перейти на урок Гмары. Я извиняюсь, вот Натан не открывал, это именно то, что я хотел сказать, конечно, все. Вот я только хотел ближе к тексту Торы сказать точно. То, что Всевышний, он все управляет историей, это имеет непосредственное значение именно вот почему именно в данный момент он таким именем открылся, потому что до сих пор он помогал еврейской семье разными вещами, которые говорил Натан, а вот сейчас, поскольку он стал народом и должен выйти на международную арену, то здесь Всевышний говорит то имя, что он, значит, его убережет и от других народов. Это имеет непосредственное значение для наказания Египта и спасения евреев, и того, что он приведет их, значит, в Эрес-Исраэль и будет их дальше охранять. Вот это непосредственно то, что нашей главой. Все, я извиняюсь, я перехожу на урок Гмары. Нет проблем. Да, совершенно верно, потому что на арене истории действительно выступают народы. Да, и здесь он как бы уже начинает новое свое имя, так сказать, новое свое Окей. имя. Да, да, это очень близко к тому, что говорит Ханан Парад. Совершенно правильно. Окей. Я просто хотел сказать, вот это у меня не до конца еще вот сформировалось мысль, вот что-то такое вот плавает. Вот, во-первых, когда-то слышал такую фразу, что еврейская религия – это религия освящения времени. Вот. Во-вторых, что у нас получается? С чем, собственно, ассоциируется слово «история»? Если это Герман Коэн. Да? Это Герман Коэн, что построить храм во времени. Ну, это определенная философия, но это не 100%. Угу. Просто если, допустим, например, география ассоциируется с понятием места, история – это, конечно, время. Значит, получается, что все-таки вот время здесь играет какую-то роль. Но если не имя, то что-то близкое к этому. Угу. Ну да, но... Гриш, по-моему, то, что было сказано, во-первых, по прямому смыслу, имя Авая, Юткей, Вавкей, ну, как бы по пшату видно, что это те буквы, которые выражают прошедшее, будущее и настоящее время. Так что это как бы просто по прямому смыслу видно. Да, но буквы все равно вне времени. Но вот это имя, оно проявляется во времени. Управлять. Угу. Мы видим иногда другие какие-то проявления, которые не связаны с исторической, с историей, с процессами, которые происходят в истории. Угу. Кстати, Нехама, может быть, как-нибудь в следующий раз вы поясните вот эту свою мысль, что в древности людям казалось, что время течет в другую сторону. Нехама? Мы вас не слышим, Нехама. Нехама потекла в другую сторону. Извините, да.
Конечно, я могу даже лекцию прочесть как части на эту тему, но это как бы факт, да, я просто привела примеры, там, не мысль, это факт, простой смысл писания, так они воспринимали время, поэтому от этого вот эти все слова Кадима и Ахора, да, они связаны со временем Машея Кодем, да, Машея Кодем, это то, что было, то, что я вижу сейчас, то, что передо мной. То есть то, что было раньше, я могу видеть. А то, что Ахарит Эмин, Ахора, сзади, я не могу видеть, да, потому что как бы время на меня находит сзади. Это вот такое представление было в древности, оно в Танахе всюду так, такие слова употребляются. Но в наши дни просто поменялось ощущение от времени. В наши дни мы смотрим как бы вперед, да, мы стоим лицом к времени. Это когда точно произошел этот феномен, я не могу сказать. Окей. Okay. Интересно, как это в других языках, вот эта тема. Я когда-то этим интересовалась, но сейчас я не помню. Я смотрела где-то, надо посмотреть еще раз. Где-то у меня это было записано, но пойди вспомни. Просто тогда возникает вопрос. Я тот, кто управляет историей в понимании евреев того времени. Это означало, я тот, кто управляет будущим, или я тот, кто управляет прошлым? Смотри, я думаю, что это я тот, который... И вот дальше эти пять слов, которые начерчивают дальнейший процесс. Я вас освобожу, я вас вывожу, я вас приму, и я вас доведу до горы Синайской, и там будет Синайская. То есть есть некоторая историческая перспектива, которая дальше будет развиваться. То есть тебе как бы говорят, послушай, сейчас будет исторический ход. Он будет стоять из этих процессов. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Держитесь крепче. На самом деле, Натан, там не имеется в виду, что я вас веду в землю. Просто мы об этом... Веду, да, правильно. Веду в землю. Упускают они это. Да. Там... Ну, это okay. Так, деталь. Вообще интересно, да. Да, Натан, большое спасибо. Стоит упомянуть Моше, что он сказал, что ты меня увидишь только сзади, а спереди не увидишь. То есть тоже мы видим это управление задним числом. То, что происходит сегодня, или то, что... И как это повлияет на завтра. Огромное количество есть желающих нам это объяснить, но никто не видит этого на самом деле. Да, но я думаю, смотри, я не знаю, как в других, то есть, насколько это подчеркнуто, но мы часто встречаемся, просто сейчас на одной ноге вспоминаешь, да, вот этот меймат времени, вот параметр времени, когда в Хануку говорят «безманазе», «баямимаэм», «безманазе», в те времена, но в наши дни. Когда в каждых праздниках, да, каждый праздник начинается с того, что говорят «шейхияну», то есть это называется брахот, который связан со временем. Можно сказать, что евреи действительно как-то вот эта вот идея времени и аспект времени, может быть, это больше, я скажу аккуратно, больше, чем у других народов. А есть еще такое слово, говорят, вечный жид. Ну, тоже, наверное, связано со временем, правильно? Потому что он вечный. Интересно. Но это, правда, по-моему, не еврейская традиция. Ну, хорошо. На этой радостной ноте, у меня тут, пока я размахивал руками, микрофон свалился и сломался. Поэтому я быстренько... Ну, мы тебя слышим. Да, ну, я тут быстренько это самое, хладнокровие. Переключу на другой микрофон. Надо держать себя в руках, я быстренько... Не размахивай. Да. Ну, спасибо всем за участие. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо, было очень интересно. Спасибо всем. Спасибо. Здорово, да. Спасибо. Как говорит Рафьонов, да, кто-то, по-моему, Рафьон, нет, это говорит Раф Ильяу. Лебенштейн, уроки иврита, где присутствует очень мало людей. Приглашайте других, приглашайте знакомых. Всем рады, пожалуйста. Мне кажется, замечательно пообщались. Будем продвигаться дальше. Хорошо? Спасибо. Всем счастливо. Хоры в баре называется. Всем здоровья. Всем счастливо и пока. Пока-пока. Пока-пока.